Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать о такой функции стандартной в Windows, как экранная лупа. Многие знают об этой функции, но мало кто пользуется, а на самом деле функция довольно интересная и полезная. Особенно для тех, кто много работает за компьютером, и если научиться ей пользоваться, то довольно полезная функция. Давайте разберемся, как ее включить и как ею пользоваться. Для этого перейдем в настройки Windows. Если мы работаем в операционной среде Windows 10, то нам нужно нажать «Пуск», «Настройки». Переходим в специальные возможности левой кнопкой мыши и выбираем слева экранная лупа. Дальше здесь у нас есть подсказка. Для того, чтобы включить, нужно нажать клавишу Windows и клавишу плюс. Для отключения клавишу Windows и клавишу Escape. Далее выбираем масштаб. 100 это никакого увеличения не будет. 200 двойкратное увеличение. Давайте проверим. Я нажимаю клавишу Windows и плюс. И у нас включилась экранная лупа. Перемещая курсор, мы, это можно свернуть, перемещая курсор, мы видим наш экран. Чтобы выйти из этого режима, нужно нажать клавишу Windows и клавишу Esc, которая находится на вашей клавиатуре слева в самом верху. Далее еще не один небольшой нюанс по настройке. Это оставить указатель мыши по центру экрана. Так просто удобнее. Ставим этот параметр, нажимаем Windows и плюс. И теперь вращать становится удобнее немного. Перемещать. Так обычный режим. Так увеличенный. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.